мои любимые подписчики, встречайте яркую и необычную игрушку от компании Moose Toys. Это собачка-робот, просто собранная из ярко-красных воздушных шариков. Squeaky the Balloon Dog. Squeaky в переводе «писклявый». Эта интерактивная игрушка имеет более 60 звуков и движений. Коробка очень большая, и для примера это интерактивная собачка из Present Pets, которая сама себя распаковывает. Сравним с ней песика из шариков. Он гораздо больше. И у меня есть еще один щеночек из шариков. Squeaky Minis. Щенка зовут Хилли. Они очень похожи, но голубой щенок маленького размера. И помимо него в серии вышли розовый зайчик Поппи, фиолетовая обезьянка Билла. У малыша не так много функций. Если погладить по носу, он пищит. Если нажать кнопку около рта, активируется микрофон, расположенный на груди фигурки. Нужно сказать фразу, и тогда игрушка воспроизведет слова забавным голосом. Новая запись голоса будет удалять предыдущую. Подуйте ему в нос, и он надуется и лопнет. На инструкции к маленькому щенку написано, где находится на спинке отсек с батарейками. На его животике находится кнопка переключения. На носике сенсор, кнопка для разговора и на грудке микрофон. Гладим по носу, он пищит. Подуем ему в носик. Нажимаем на кнопку, говорим ему фразу, а после этого он ее повторяет. Приветик! О чем ты думаешь? Я голубой песик. Если оставить игрушку в покое больше 2 минут, то она перейдет в спящий режим. Что же умеет делать большая собака-робот? Лает, сидит. Ходит как настоящая собака, ее можно покормить воздухом из насоса, команды, которые выполняет песик с обратной стороны коробки. Пощекоти мне животик, чтобы я был счастлив. Тренируй меня с моей игрушкой-пищалкой. Погладь меня по голове, я встану или сяду. Накорми меня с помощью моего насоса, я писаю и пукаю. Лопни меня моей булавкой, затем надуй насосом. Реагирует на ваш голос. При открытии коробки снизу находится инструкция к щенку. В комплекте к большому песику идет булавка, насос, воздушный шарик. Я еще вам не сказала, что он совсем не легкий, как воздушный шарик, а очень тяжелый и пластмассовый. Кстати, хвостик у него резиновый. Эта часть пластмассовая, а сам кончик из резины. В лапах у песика располагается отсек с батарейками. Нужно отвернуть винтик с помощью отвертки, снять лапку. Сюда подойдут пальчиковые батарейки, и нужно смотреть на рисунки, как правильно их устанавливать. Кнопка включения на животике. Включаем. Пробуем команды. Погладь меня по голове. Ну-ка, давай еще раз. Почешем ему животик. Берем насос, чтобы его покормить. Кажется, он написал. Еще раз попробуем покормить. Может, еще разок?
Ой, это он так пукает. Ой-ой-ой. Берем его игрушку-пищалку. Лопнем его булавкой. Надуем его насосом. Песик реагирует на голосовые команды, но эти команды должны быть на английском. И периодически еще сам включается и выполняет какие-то функции без вашего ведома. Если вы хотите с собакой поиграть с помощью пищалки, то нажав на нее один раз, щенок сядет, два раза сядет и будет просить. Если три раза, то он будет взволнован и будет готов к игре. Если длительное время вы не будете играть со щенком, то он перейдет в режим сна. Очень классные, мне кажется, интерактивные щенки. Очень интересно с ними играть. Если вам нравятся какие-то еще интерактивные игрушки, пишите мне в комментариях, какие бы вы хотели игрушки открыть. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!